В целях повышения опыта у подрастающего поколения спортсменов, которые тренируются в специализированной детской юношеской школе Олимпийского резерва «Спартак», руководство спортшколы-интернат регулярно проводит общегородские и общешкольные спортивные турниры. Греко-римская борьба всегда была одной из первых направлений, на которое уделялось особое внимание в целях популяризации данного спорта. На данных соревнованиях участвует много команд, общих спортсменов где-то достигает 200 человек. Разные весовые категории. Есть возрастные группы 98-го, 2000-го года и 2001-го, 2002-го, 2003-го года по разным категориям. Общий у нас получается 18 весовых категорий. На данном турнире приняло участие более 200 молодых борцов греко-римского стиля из городских спортивных заведений и районов, где функционирует филиал спортивной школы «Спартак». В основном, как рассказывают организаторы, на чемпионате принимают участие не очень опытные спортсмены для повышения их профессионального уровня. Я занимаюсь 5-6 лет, и это мои не первые соревнования. Ессентуки, Владикавказ, там Моздоки были, в Кизляре были. Я участвую на этих соревнованиях и постараюсь их выиграть. И у него все получилось. На данном турнире показал хороший результат. Казбек Салимурзаев уже неоднократно принимал участие на многих турнирах и очень даже успешно. Самые молодые участники представляли весовую категорию 24 килограмма. По итогам турнира будет отобрана сборная спортшколы-интернат, которая будет представлять свое учебное заведение на международном уровне. Арслан Дацыев, Алмаскан Амаев, информационная программа «Пульс».